Проще, быстрее, дешевле. Об этом просят бизнесмены поставщиков энергии, газа и тепла. Сейчас оформление документов на подключение занимает несколько месяцев. Из-за этого может затягиваться открытие новых предприятий или строительство домов. Проблему и пути ее решения обсуждают сегодня в Челябинске на 5-м межрегиональном форуме по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Подробности у Маргариты Хижняк. Обсуждать доступность энергетики начинают еще в коридоре. Ведь форум собирает все заинтересованные стороны. Здесь и сетевые организации, бизнес, общественники и представители власти. Обсуждают подключение к электро-, газа и теплоснабжению. Еще 2 года назад на это уходило до 300 дней. Сейчас для подключения, например, к электросетям нужно в среднем 88. Срок даже меньше, чем требует дорожная карта, которую утвердило правительство. Но бизнесмены просят оформлять все документы еще быстрее. И энергетики готовы идти навстречу. У нас средний срок присоединения по прошлому году 88 дней. Вы говорили, что целевая модель 90, но вот из того пула заявителей, да, малого среднего бизнеса, да, которые подпадают, вот у нас срок такой. И слава богу, считаем, что нам этот срок сохранить в условиях 2017 года, это было бы здорово. В Челябинске проходит 5-й межрегиональный форум по повышению доступности энергоинфраструктуры. Его организаторами стали МРСК «Урала» и «Опоры России». Надежное электроснабжение – ключевой фактор развития региона. Скорость подключения к теплу и электроэнергии влияет на развитие бизнеса, скорость жилищного строительства и в целом на комфорт жителей. Поэтому процедуру стараются упростить. Так, подать заявление на подключение электроэнергии теперь можно в электронном виде. На сайте МРСК «Урала». Не секрет, сейчас все переходят на электронные площадки. Ну и ряд административных вещей, так как некоторые там заключение договора электроснабжения путем, допустим, подписания в электронно-цифровом виде. А в сентябре в Челябинске заработает новый портал «Подключение 74». Там бизнесмены и строители смогут подать заявки на подключение и электроэнергии, и тепла, и на подведение газа. И даже рассчитать стоимость услуг на специальном калькуляторе. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, ОТВ.